сейчас в чемпионатах пауза футбольных на матче сборных. Почему решили провести свой сбор недельный именно в Бресте? Ну, знаете, у нас, к сожалению, полей нет. У нас сейчас строится база, и там строится 6 полей. Поэтому погодные условия могли бы быть дожди, и все, то негде было бы тренироваться, понимаете. Сейчас строится база новая и футбольные поля, поэтому решили провести здесь сбор в Беларуси. Тем более здесь рядом, в Слуцком. В Бресте вас все устраивает? Да, все нормально. Главное, чтобы тренировочные поля в хорошем состоянии, условия хорошие. По матчу удалось ли вам воплотить все свои задумки здесь? Не, ну конечно, но нужен был спарринг-партнер, потому что были двухразовые тренировки, была нагрузка для ребят, поэтому и проверить некоторых молодых футболистов, которых я привез. Поэтому я думаю, что удалось пока только. А спарринг-партнер достаточно высокого уровня для того, чтобы... Ну, пока мы здесь, смотрите, как счет 0-0 только забили в конце, 1-0, поэтому я считаю, что спарринг был очень хороший, и для них хорошо, и для нас было хорошо. Поэтому я думаю, что выгоду получили две команды, и Волынь, и Динамо Брест. Что больше всего порадовало в действиях своей команды, и что удивило в действиях соперника? Ну, удивило, наверное, мне тяжело, потому что надо знать их, много смотреть, наблюдать за ними. Так мы цель не ставили, самая цель это была подготовиться и хорошую игру, хороший спарринг. Поэтому я доволен тем отношением ребят и к работе, к тренировочной игре, потому что бывают сами, знаете, тренировочные игры выйдут и максимально не отдаются. Это плохо. А так сегодня максимально отдавались, поэтому я в этом отношении рад.